Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 21 февраля, день Захария Серповица. День назван в честь святого пророка Захарии Серповица. Приметы. Мороз на Захария, теплые дни в марте и зиме конец. На деревьях лежит иней, соберут много меда. Частые восточные ветра в конце февраля, начале марта, предвещают пыльные бури. После Захария рыба не клюет. Если молодому месяцу показать серп, к богатому урожаю. Сегодня рекомендуется точить острые предметы к удаче на весь год. Сегодня не следует проводить хирургическое лечение и пломбировать зубы. Остерегайте сглаза, не завидуйте, можно сглазить человека. А сглаз всегда возвращается назад. Сны сегодня вещи, если приснится гроб к долгой жизни. Огород – плохие новости. Сливки или молоко – к богатству. Замок – возможно судебное разбирательство. Зеркало – вероятность заболеть. Сегодня можно играть в свадьбы, организовывать молодежные посиделки. Каменючка какая. Идет наш богатырь. Когда собаку. Вы видите собаку или не видите собаку? Собака. Да что ты видишь, они с подсветочкой, будет поле снежинок. Как зимой прозрачно становится вода. Что? Это наступил кто-то, его мне отломали. Прозрачная стала. Да? Ёлка, ёлка, что за диво, разукрашено красиво, сколько свечек, фонарей понавешено на ней. Где наверху звезда? Как обрезали, надо будет нам весной обрезать барбарис. Уже. Барбарис.
вязали вот эти все можжевельники, такие окутывали их. Сколько кукурузы, да? Кабаны? Не, это откуда-то выросли. Новые. Хорошие свинотки. За клычок его, ну-ка, где у него? Пятачок. Смотри, пятачок, где? Ага, да. Огромный, да? Угу. Такой, как выбежит. Кабанок. А они ж такие есть на самом деле, представляешь? Вот такие, натуральные величины. Что тот убил какого-то кабанища, а он это самое, как Нива. Представляешь, возможно, еще больше этого. Офигеть. Да крутит. Я думал, что ее крутит. Хотя может оттуда. Так как это Берендеева прям это. Царство. Да. Я рыба.